Ну, прям интересная миссия, только вот по времени бы не ограничивали. Второй храм пал. Извивайтесь сколько угодно, вам не спастись. Понятно. Атакуйте улей, пока противник в смятении. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы уничтожить храмы Наруда. Наши войска атакованы. Вперед! Разумная просьба. Наши войска атакованы. Нужны боевые единицы, которые могут атаковать воздушные цели. Чтобы уничтожить авиацию противника, нам нужны гидролиски или муталиски. Ща, погоди, не мороси. Все мы это построим. Наша победа неизбежна. Это разумно. Улучшение завершено. Тараканов. Улучшение завершено. Таракан гидролиск. Отставить формальности. Наши войска атакованы.
Он не должен пасть! Быстрее разберитесь с толдаримами. Скоро появится несколько гибридов. Активировали третий храм. Осталось два. Он становится слабее. Продолжайте сражаться. Нет. Нет. Уничтожьте улей! Наши войска атакованы! Враг атакует улей! Братья мои! Защищайте храм даже ценой своих жизней! Избавьтесь от этих протосов как можно скорее! Гибриды приближаются! Гибриды, причем две штуки. А, но они туда идут все равно.
Мы столкнулись с противником. Четвертым храмом покончено. Остался один. Это невозможно. Я чувствую, как сила покидает тебя. Тебе что-нибудь нужно? Понятно. Уже сделано. Вперед! Это разумно. Прикасаться к артефактам повелителя! Атакованный! Тебе что-нибудь нужно? Понятно. Цель. Наши войска атакованы! Наши войска атакованы! Керриган приказала уничтожить храмы Наруда. Не следует сейчас нападать на Талдаримов. Минералов выработано. Это разумно. Вперед! Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Быстрее! Уничтожить кристалл! Кристаллы разбиты. Теперь их сила принадлежит Рою. Тебе что-нибудь нужно? Что за фигня? Отставить формаль. Наша победа. Месторождение минералов выработано. Защищайте храм! Уничтожьте этих чудовищ! Я чувствую, как сюда движется множество гибридов. Это наша последняя битва. Атакованы! Не может быть! Твои храмы рухнули.
Получилось. Нуль-зона ослабила Наруто. Сделала его уязвимым. Несмотря на это, он все еще обладает невиданной силой. Что ты будешь делать? Убью его. Походу еще одно задание. А, и ролик. Народ, все кончено. Все только начинается. Амун шептал об этом с далеких звезд. Он говорил о своем возвращении. О крахе. О разрушении. О конце всего сущего. Твой бог мертв. И никогда не вернется. Ты правда так думаешь? Тебя никогда не было. Ты уже проиграла. Амун жив. Скоро ты его увидишь. Ничего. 70-й сложность боец, уровни, все есть. Ты слышишь меня, моя королева? Я... Нам едва удалось спасти тебя. Я буду управлять роем, пока ты не исцелишься от ран. Почему ты не добьешь меня? Чтобы самой возглавить рой? Потому что мне еще предстоит многому научиться у тебя. Довольно. Королеве сейчас необходим покой.
Ничего, типа, исцелилась. Так, станция, разговор. Народ мертв, а лаборатория по созданию гибридов уничтожена. Остался только один нерешенный вопрос. Ты прикончишь меня? Я не стану тебе мешать, если ты захочешь уйти. Ха, куда я пойду? Получеловек, полузерк. Чудовище! Я понимаю, поверь мне. Оставайся с Роем. И может быть, когда-нибудь ты найдешь свое место. Почему бы и нет? Если нет альтернатив. Когда-то Рой служил Амуну. Возможно, он попытается использовать нас снова. Я буду готова к его появлению. Но сначала мне нужно разделаться с Менгском. Конечно, моя королева. Я иду за тобой, Менгск. И теперь твои гибриды тебя не спасут. Так, чё у Кирилла? Ну, короче, 50 максимальный уровень, все это понятно. Эволюционный отсек. Тут даже разговор. А, ультралинз. Короче, это супер офигенный танк. Рывок. Ассимиляция. И королевский танк не надо считать. Славу Роя. Линии наносит дополнительно 20 урона по области или на 400% больше урона. В результате чего атаки наносят 25 единиц урона основной и дополнительным целям. Это нормально. 40% от урона наносимого при обычной атаке врагов. Вот это тоже лютая тема. Ну-ка, здесь. Закапывается в землю, быстро перемещается к цели. Вылезая на крышу, то лиск отбрасывает противника, выключает на 2 секунды. Не, вот это покруче будет. Пускай хилищийся будет. Интересная эволюция на него есть? Иша, прикажи Левиафану взлетать. Мы отправляемся. Керриган, ты ведь что-то узнала в лаборатории, заглянув в сознание Наруда? Я увидела Амуна. Он старше нашей вселенной. Его могущество безгранично. И вот он ожил вновь. Он падет перед Роем, так же, как и все остальные. Мы даже не знаем, где он. Нужно подготовиться к его приходу. Но сначала я сведу старые счеты. Передай мой приказ всем матерям стай. Рой идет на Кархал. Наконец-то Менгск заплатит за свои преступления. Ну, перелет, что теперь? Я отправляюсь на Кархал. Время пришло. Зачем ты говоришь нам об этом? Там будет твориться безумие. Могут погибнуть миллионы. Валериан, людям понадобится лидер. Ты права. И как лидер своего народа, я хочу попросить тебя лишь об одном. Высади Рой в стороне от города. Это даст нам время на эвакуацию. Сражение на Кархале и так будет тяжелым. А ты хочешь еще больше усложнить его? Да. Я ошибалась в тебе, Валериан. Ты не такой, как твой отец. Хорошо, я дам тебе шанс. Сделай все возможное. Ну, хоть что-то. Интересно, сколько здесь миссий будет.
спутник. Интересно. Моя королева, объединенный рой окружил Кархал. Матери стаи ждут твоей команды. Скажи им, пусть закрепятся на орбите, вне радиуса действия защитных систем. Сюда стягивается флот Доминиона. Войска прибывают со всех частей сектора. Келиса, услышь меня. Выстрой защитный фронт из левиафанов. Уничтожай всех, кто попытается проникнуть в систему. Нас ничто не остановит. Кархал мой. Никогда не видела столько тиранов. Они стягивают на свою планету все силы, лишь бы отстоять ее. Их орбитальные защитные системы погубят миллионы зергов раньше, чем мы приземлимся. У тиранов нет ни единого шанса. Нам нет числа. Мы рой. Чтобы уничтожить орбитальную защиту Кархала, мне нужно оружие. И поскорее. Могу модифицировать генетический код верофага. Будет выстреливать споровые снаряды на большое расстояние. Ты сможешь сделать это быстро? Выживание роя зависит от эволюции, от итерации. Верь процессу, верь генам. Рой не подведет. Ну и что это? Я чувствую колебания, исходящие из дворца в Августграде. Да, я тоже. Я слышу. Силы Доминиона, говорит ваш император Арктур Менг. Кархал подвергается атаке зергов. Они уничтожили оружейную лабораторию и ослабили нашу защиту. Всем кораблям, которые меня слышат, возвращайтесь на Кархал. Великая столица тиранов подверглась нападению. Защитите свой дом. Арктур, ты похож на крысу в клетке. Рой вступил в бой с орбитальными системами защиты. Мы готовы начать наземное вторжение. Ну, погнали. Эволюция ультралиска. Королева, левиафаны на позиции. Выпускай, Рой. Большинство наших десантных капсул будут сбиты почти сразу. Пошлем миллионы капсул. Несколько долетят. Этого хватит, чтобы уничтожить систему орбитальной защиты. Десантные капсулы зергов будут приземляться одна за другой в разных точках поля боя. Будьте готовы распределить свои войска по обширному пространству. Капсула со споровым орудием прорвалась через систему орбитальной защиты. Зерги! Огонь! Эта область занята наземными силами Доминиона. Без поддержки наши споровые орудия быстро уничтожат. С этим я разберусь сама. Иша, высылай все десантные капсулы. Они должны приземлиться в этой зоне. Сообщи, если одна из капсул войдет в атмосферу. Я найду ее и защищу споровое орудие. Говори. Так, гидролиски, два таракана, три мутариса. Споровое орудие с сопровождением вошло в атмосферу Кархала.
Покажи расчетное место приземления. Оно приземлится здесь, моя королева. Да, блядь, да чтоб тебя. Входящее сообщение. Ты зря ступила на мою планету, Керриган. Это была смертельная ошибка. Я отправлю тебя и твой рой туда, откуда вы выползли. Рой, это я. Так, Левиафана, откат. Споровое орудие вот-вот приземлится. Какое-то время после посадки оно будет уязвимо. Наша миссия продолжается. Так. Ну, прилетел. Менгск будет страдать. Твоя королева, слушай. Доминионская защитная система Дракен сбивает большинство споровых орудий еще на орбите. Значит, мы не можем потерять те орудия, что уже приземлились. Пока непонятно, что за орудия, что они делают. Надо королев построить. Наши войска атакованы. Это мой. Самое время. Буду через королев. Да. Так, ну надо что-то строить, какую-то тему. Шпиль, гидролиски, заразители. Еще одно споровое орудие прорвалось через орбитальную защиту планеты. Моя месть свершится.
блядь, не, роевика охота построить еще. Где он? Так, роевик, ямы заразителей. Сейчас. Эти врата ведут в столицу тиранов. Уничтожим их, и моя стая проникнет в Августград. Ты верно мыслишь. Я разрушу ворота, если у меня будет время. Время пришло. Мы адаптируемся. Сейчас левиафанчика опробуем. Улучшение завершено. На твою королеву напали. Нам нужно больше, Веспена. Наша королева уничтожила врата. Вперед, в город! Менгск будет страдать. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Еще одно споровое орудие приближается к поверхности Кархала. Улучшение завершено. Территории вот-вот приземлится наше споровое орудие. Мы должны уничтожить базу противника, чтобы обеспечить безопасную посадку.
Сыны Кархала, уничтожьте королеву клинков! Вступил в битву. Твоя королева слушает. Наши войска атакованы. Твоя королева слушает. Скоро приземлится. Приготовьтесь защищать его. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Время пришло. Для нас нет преград. Менгск будет страдать. Я позабочусь об этом. Твоя королева слушает. Улучшение завершено.
Капсула со споровым орудием приближается к вражеской территории. Все падут перед роем. Нужны боевые единицы, которые могут атаковать воздушные цели. Чтобы уничтожить авиацию противника, нам нужны гидролиски или муталиски. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ну так-то все уничтожено уже. Ночные волки, вы получили приказ устранить угрозу зергов. Минск будет страдать. Ну, у нас-то есть еще левиафан. Твоя королева слушает. Месторождение минералов выработано. Последнее споровое орудие вот-вот приземлится. Приготовьтесь защищать его. Рой, это я. Все падут перед Роем. Мы адаптируемся. Перед роем. Для нас нет преград. Mm-hmm.
Месторождение минералов выработано. Наша маска атакует окуманный. Минск будет страдать. Наша миссия продолжается. Войска Доминиона отступают на всех фронтах. Иша, вели матерям стаи развернуть войска. Загара, пошли свою стаю вглубь города. Пусть они займут позиции для атаки на дворец. Да, моя королева. Настало время свергнуть императора. Так, штурм, во все оружие. Ну, неплохо. Тут похоже на какую-то звезду смерти. Ты так близка к отмщению, тебя ничто не остановит. Не стоит недооценивать Менгска. Это самый коварный противник, с которым нам доводилось до сих пор сталкиваться. Если он убьет меня, ты должна будешь увести Рой с Кархала. Зерги никогда не отступают. Такова моя воля. Ты исполнишь приказ и поведешь Рой на битву с нашим истинным врагом. Найди Амуна и уничтожь его, прежде чем он снова поработит зергов. Как прикажешь. И что он делает? Тиранам ничего не известно об изначальных зергах и о тебе, Дихака. Мы соберем их эссенцию. Их ждет сюрприз. Раньше они могли использовать нашу псионную связь против нас самих. У изначальных зергов нет этой связи. Она нам не нужна. Именно. Теперь я знаю о тиранах больше, чем когда бы то ни было. И мне их даже немного жаль. Почему? У них есть свои народы и кланы, но каждый из них внутри очень одинок. Убив их и использовав их эссенцию для блага Роя, я бы только помогла им. В этот раз твой враг не сможет убежать. Война почти окончена. Не думаю, что все будет так просто. С Менгском никогда не бывает просто. Он предугадывает твои действия. Думает на шаг вперед. Но ты была частью многих его планов. Либо как сообщница, либо как жертва. Я уверен, ты выучила пару его фокусов. Выучила, конечно. Посмотрим, оказалась ли я достойной ученицей. Мы столько раз могли проиграть. Я боялась, что мы даже не сможем добраться до поверхности. Но мы смогли. Ты сделала нас такими сильными. Но что будет, когда ты отомстишь? Ты покинешь нас? Я часть Роя, Иша. Если мы победим, нас будут ждать новые великие битвы. И мы пойдем на них вместе.
Менгск, ты сидишь в своем дворце, как паук в паутине. Вот только паутина уже начинает рваться. Так, ну у Керригана даже не знаю, что стоит мне, нет. В эволюционном есть задание. Подвид Ультралиск готов к улучшению. На Кархале обнаружена лаборатория Доминиона. Эксперименты над Ультралисками. Можно использовать их наработки против них самих. Ну-ка. Осадная единица ближнего боя. Облако выпускает. В момент гибели образует кокон и возрождается спустя непродолжительное время. Неплохо. Доминионская лаборатория исследования ксеноморфов. Внутри много зергов. Можно захватить, можно использовать. Менгск явно не хочет отдавать нам лабораторию. Но мы и так можем использовать его подопытных зверушек в своих целях. Ультралиск. На лучшее я и не надеялась. Ультралиск, услышь меня. Освободись. Прорвись к двери. Убей всех, кто встретится по пути. Отряд 4, прием. Что там происходит? Это слабый какой-то. Уничтожь этот генератор и освободи ультралисков. Ядовитое химическое соединение. Большой потенциал. Внедряю в генную структуру ультралиска. Подвид токсилиск. Способность поражать противников кислотой в указанной области. Я на такое не подписывался! Сейчас же наведите порядок на станции! Окраины Августграда. Военные сооружения. Центр снабжения. Лабораторию следует уничтожить. Внутри экспериментальное ядерное оружие.
Мост охраняют войска Доминиона. Вперед! Нужно расчистить этот проход. Ультралиски! Наши войска атакованы. Запустить боеголовку! Немедленно! Сэр, это опытный образец. Мы не можем предугадать исход. Запускайте боеголовку! Анализирую повреждения. Ультралиски подвергнуты радиоактивному заражению. Воспользуйся этим. Интеграция с бесперспективной веткой эволюции. Подвид ультралиска Тараск. Мертвые ткани восстанавливаются. Существо может оживать. Продолжайте наступление. Что это за страшилище? Заткнем пасти этих монстров ракетами! Еще один ядерный удар! Я превращу этот город в радиоактивную пустошь. Пуск! Новые ультралиски готовы. Посылаю их в бой. Образуется кокон, возрождается моментально. Эта тварь возродилась! Дела плохи! Комплекс уничтожен. Производство ядерного оружия теперь невозможно. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Подготовлю генетический код ультралиска. Ну, возрождение, по-любому. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Эволюция завершена. Так. Задание. Королева, твои стаи готовы. Вторжение в Августград начнется по твоей команде. Смерть с небес, ну давай. Керриган, что ты натворила? Тысячи людей погибли ради твоей мести. Их кровь на твоих руках, Арктур. Все это началось из-за тебя. Я вершил страшные дела ради великой цели. И я буду делать все, чтобы защитить человечество от чудовищ вроде тебя. Слова твое главное оружие.
Но сейчас они тебя не спасут. О, у меня есть разное оружие, Керриган. Я всего лишь хотел попрощаться. Наши передовые стаи несут большие потери. Тираны используют пси-разрушитель. Он поражает наш общий разум, разрывая нас изнутри. Воля быстро убивает любого зерга. Понятно. Слушайте меня все. Силы Доминиона вот-вот начнут атаку. Они пытаются отвлечь нас от атаки на пси-разрушитель. Да, и мы сделаем вид, что купились. Загара, ты управляешь роем, будешь держать центр. Стуков, прикрой основные силы с флангов. Дихака, от тебя зависит все. Это устройство использует вашу псионную сеть. Но я не вхожу в нее. Она мне не нужна. Именно. Собирай свою стаю.